Привет-привет, дорогие мои. Давно меня не было, да? Целых 3 дня. Но не волнуйтесь, я как обещал, 3 видео в неделю делаю железно, так что выходные вам скучно не будет. Друзья, вы уже поняли, куда я вас привез сегодня? Нет? Это место, где вишни в Праге зацветают первыми. Это улица, которая называется Уезд, на Малой Стране. Там находится вход в Лановку, фуникулер, который поднимает вас на гору. А вот в этом месте все как раз и происходит первый раз. Вот именно здесь мы, проезжая на машинах в Прожаке, видим, как начинается весна. Там, где мы начали нашу сегодняшнюю прогулку, вишни еще не очень, к сожалению, зацвели. Еще только-только появились цветочки. На некоторых деревьях уже открылись, а на некоторых совсем еще нет. Но я нашел место, где они в этом году распустились первыми. Обычно всегда на том пригорке вишни зацветают, но теперь они зацвели вот здесь вот первыми. Ой, и не только вишни, как вы обратили внимание. Петершинский холм-то еще пока не зацвел, а вот отдельные участки, слушайте, ну это так радует. Вот только мы прогулялись с вами у подножия Петершинского холма, и я выложил фотку с того места в Facebook с цветущими деревьями. И тут же мне приходит комментарий: Владимир, где ты находишь вообще солнце? Я вот тут выглядываю, а солнца никак не вижу. И вы знаете что? Я решил с вами поделиться одним своим ноу-хау, который я разработал за годы пребывания в Чешской Республике. Дело в том, что когда я хочу куда-нибудь собраться, поехать и показать вам какую-нибудь вещь или просто самому поехать, да, я всегда, меня интересует, какая же там будет в данный момент погода. Дело в том, что территория Чехии достаточно небольшая, но погода в разных областях может быть совершенно разная, потому что местность горная, потоки ветров, роза ветров, все это накладывает свой определенный отпечаток, и погода везде может быть разная. Вплоть до того, что вы встаете, допустим, в Праге, ой, сегодня пасмурно, идет дождь, вы смотрите место, где солнце, это всего в 100 километрах, и направляетесь, берете автомобиль, направляетесь туда и гуляете чудесно под солнышком и голубым небом. Так вот, сегодня я вам расскажу, как я, собственно говоря, это делаю. На самом деле, вам понадобится всего один сайт. Один сайт, ссылку на который я дам в описании к видео. Сайт и 2 странички этого сайта. Первая страничка, с которой вы начинаете, это направление ветра в Чешской Республике. Собственно говоря, вот она. Здесь вы стрелочками видите, куда дует ветер, в каком направлении. И даже погоду в том месте, откуда оно дует. А вторая страничка, которая вам понадобится с этого же сайта, это веб-камеры. Онлайн-веб-камеры с направлениями, в какую сторону эти камеры направлены. Вот, смотрите.
Видите? И здесь сразу вы видите и погоду в этом месте, и куда в данный момент смотрит камера. И если вы ткнете на эту камеру, она у вас увеличится. И вы сможете увидеть ее в большом размере. Ну вот, собственно говоря, совершенно элементарно дальше вы можете составить себе представление о том, какая погода в данном месте и какая она там будет через некоторое время, потому что ветер, например, дует через всю Чехию, и вы видите, что если с левой стороны, откуда он дует, например, у вас там сейчас плохая погода, то она 100% придет и в правую сторону. Ну, то есть не надо быть очень умным и одаренным в этой области. Вот такой вот вам мой совет, и вы всегда будете знать, куда, собственно говоря, ехать. Ну, а если все камеры серые, и ветер никуда не дует, ну, значит, все, капец. Сидите дома, пейте вкусное пиво! Друзья мои, хорошего вам пятничного вечера, а завтра обязательно увидимся. Пока-пока.